пиано, форте, крещендо, легато. Эти итальянские термины привычны для любого музыканта, для 11-летнего Константина Синева уже часть жизни. Сейчас парень по 6 часов в день проводит наедине с саксофоном, а началось все в раннем детстве. У меня папа один раз просто позвал домой и показал мне этот инструмент, хотя я о нем давно мечтал. Я слушаю джазовую музыку много очень. Классическую. И увидел этот инструмент, сказал: папа, купи мне инструмент, он мне купил. Сколько тебе лет было тогда? Мне было тогда 5 лет. Любовь к музыке оказалась взаимной. Недавно Константин стал лауреатом первой премии 9-го международного фестиваля конкурса молодых исполнителей «Гнесин джаз». Его соперники – известные джазмены со всего мира. Получить награду в таком конкурсе весьма почетно. Это повод не останавливаться, а брать новые вершины. Сейчас Константин репетирует новую программу. В аккомпаниаторах сестра, тоже ученица детской школы искусств имени Верстовского. Я волнуюсь перед сценой обычно. А выходим, уже начинаем играть, становится как-то легче. Пришли они не более 3 лет с Долгопрудинской школы, и папа привел вот Настю, Костю, послушали и решили, что будем заниматься. Ребята прекрасные, дают не потому что дают результаты хорошие, а потому что их отношение к музыке, к работе, к искусству, и это выше всяких похвал. Скоро Костя и Настя представят результаты своих трудов на конкурсе «Волшебный мир искусства», где выступят дуэтом. На суд зрителей вынесут 6-ю сонату Йозефа Гайдна.